Будущие политологи, историки, философы и дипломаты заполнили по праву главный зал Российского университета дружбы народов, потому что сегодня это их день. РУДН подготовил новую когорту выпускников, готовую войти во взрослую жизнь и служить во благо обществу. В этот праздничный день чувства льются через край. Я очень рада, что получила образование, чтобы приехать в Россию учиться. Я благодарю своим родителям, которые мне дали возможность, чтобы приехать в Россию учиться. А я благодарю всех представителей университета, преподавателей и руководства университета. Дружба народов, она как мой второй дом, вторая семья. Я очень рада и люблю вас, университет Дружбы народов. Сегодня, безусловно, невероятно важный день для всех выпускников, для всех бакалавриатов, для наших родителей, для наших знакомых, которые пришли нас поддержать. Это столько улыбок, столько позитивных эмоций, столько поздравлений. Это лучше, чем день рождения. Я получила сегодня красный диплом за отличную учебу. Также два диплома переводчика в сфере профессиональных коммуникаций с английского на русский язык и с китайского также на русский язык. Сегодня меня просто переполняют эмоции, я очень рада и счастлива, что наконец-таки я закончила учебу. Благодарна РУДН за полученные знания. Интеллектуальное и физическое развитие, дружба и любовь – все это не могло пройти незаметно для студентов РУДН. Конечно, они оценили полноту жизни в студенческие годы. Некоторые из них собираются учиться дальше и советуют абитуриентам пережить то же самое прекрасное время, которое изменило их жизнь. Я планирую в этом году еще поступить в магистратуру, но после окончания вуза я, конечно же, буду рекомендовать своим друзьям, родственникам или близким друзьям поступить именно в РУДН. Почему? Во-первых, потому что тут очень много иностранных студентов, очень много разных идей, разных людей. Не надо ездить в разные страны, а именно можно встретить таких людей именно в РУДН. Я буду рекомендовать выпускникам поступать в РУДН, потому что в РУДН есть возможность выучить на хорошем уровне иностранные языки, которые очень полезны в современном мире. Также тут есть возможность коммуницировать с носителями языков, потому что здесь обучается наибольшее количество студентов из зарубежных стран. И, соответственно, завести друзей этих стран, находиться в этой среде, узнать их культуру. Поэтому я считаю, что для выпускников школ приоритетом поступления в РУДН должны быть иностранные языки. Эмоции не скрыть, они переполняют сознание. Впечатление от всего пережитого за это время не позволяет спокойно переключиться на другие дела и не думать о грандиозных моментах на своем пути. Выпускники высказали отдельную благодарность университету. Мы путешествовали в разных городах. Очень мне запомнилось путешествие на Великую Китайскую стену. Это был один из моих лучших дней в жизни. И спасибо университету за то, что дал такую возможность путешествовать и посмотреть Китайскую Великую стену. Сегодня это мой самый хороший день в моей жизни, и я немножко переживала на сцене, когда мне вручили диплом. И в течение учебного года у меня было много впечатлений и хороших впечатлений, иногда трудности и совпадало, но в конце концов я получила мой диплом и очень рада. И тоже с праздником выпускников всем. Спасибо большое. Звание выпускника РУДН с каждым годом становится все более почетным. В то же время это накладывает определенную ответственность. Но воспитанники Российского университета дружбы народов с легкостью справляются с любыми перипетиями, которые могут встретиться на пути, потому что за их плечами и знания, и опыт выстраивания дипломатических отношений. Телевидение РУДН. Новости.